Я привезла клиенту 6 картин, но за них мне не заплатили. Вместо денег меня кормили завтраками, а потом и вовсе перестали выходить на связь. Что я чувствовала тогда? Унижение, обиду, несправедливость. Я не могла отпустить эту ситуацию, как советовали мне мои близкие. Мол, да подожди, заплатят они тебе, такое бывает. Но у меня было стойкое ощущение, что чем дольше мои работы находятся там, тем меньше прав у меня на них. Я хотела поставить точку, потому что работать я не могла. Я не понимала, как можно так поступать с людьми. Для клиента мой гонорар – это просто мелочь, ничто. В общем, я приняла решение. Да, это было решение эмоциональное, не на холодную голову, но другого выхода я не видела. Я пишу сообщение администратору, что сейчас приеду и заберу картины. Она тут же отправляет голосовой, но я его не слушаю. Мне хотелось поступить с ней так же, как и она со мной. Полный игнор. Я приезжаю и говорю официантам снять картины, мол, администратор в курсе. Все произошло очень быстро, я загрузилась и уехала. Долгое время вообще не могла на них смотреть и лишь спустя полгода выставила на продажу. Все 6 забрал один покупатель, отдала с хорошей скидкой. И вот тогда мой гештальт был закрыт, и я отпустила эту ситуацию.